Вон, наконец-то бабкин дом. Сейчас я ей устрою. Сейчас она у меня получит. Сейчас я этой битой и... Это что? Замок? Нет никого. Это пока я от монахини дошла из 39-го царства. Осень наступила. Бабка с внучкой, наверное, в город уехали. Ну, я это так не оставлю. Я отомщу за все, что они мне сделали. Я в город к ним поеду. Я знаю, где внучка живет. А давай поиграем. А? Что такое? А во что? В школу. Играть? Я учительница, а ты ученица. А может наоборот? Нет. Ну хорошо. Сейчас я сырники дожарю, а потом будем играть. Сейчас подожди, очки протру, чтобы лучше видно было. Ну, давай, что там делать-то? Вот это. Вот это. И вот это. Ой. Справлюсь я? Не знаю. Чем писать-то? Дай ручку или карандаш. Чё? Я уж все забыла. Ой, аж что-то я нервничать стала. Давно я уже... Нервничай, бабуль. Сколько будет? 5 минус 3. 2. Правильно. А 3 плюс 2? 5. Так. А 4 плюс 1? 5 будет 5. 3, 4, 5. Я все. Что дальше делать-то? Это все. Следующую даешь. Ой, это что это? Английский. Английский язык. Я по-русски-то не очень. Какой английский? Бабуль, да ты просто обведи вот это. Обвести? Ну ладно. Я устала немножко. Можно отдохнуть? Нет, доделай до конца. Делать? Ну давай. Зачем я согласилась в эту школу играть? Лучше бы блины пожарила бы. Там. Алло, привет, Нинелька. Алло, Юля? Пойдем сегодня гулять. Нет, гулять не пойду сегодня. За меня бабушка делает. Уже 2 недели делает уроки. Что? Что? Проговорилась. Это что, я за тебя уже 2 недели уроки делаю? Я тебе сейчас задам! Я больше так не Шустрая буду, прости меня! Вон, квартира внучки. Наконец-то я нашла.
Да, точно. Это квартира внучки. Но что же делать? Что же делать? Надо спрятаться куда-то и ждать эту бабку, и я ей устрою вот этой битой. Пойду наверх, там спрячусь, чтобы не заметили меня. А где молоко-то? А я пирожка хотела поставить, а молока-то нету. Что делать-то? Пока Нинелька спит, сбегаю я в магазин за молочком. Ну все, собралась я. Пойду в магазин за молоком, пока Нинелька спит. Ну все, пошла я. Ну все, пора идти. Надо бабке отомстить за все.